Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Валерий Леонов в Брянске впервые. Город такой весь подсвеченный, ухоженный, все так чистенько, все прекрасно. Чтобы город продолжал преображаться, состоялась эта встреча. Главный вопрос – развитие инфраструктуры, строительство новых школ, детских садов и автомобильных дорог. Те программы, в которых мы участвуем, это и по строительству, по инфраструктуре, это и улица Советская, здесь в старом аэропорту, и сейчас Ильи Иванова, и даже школа, еще одну будем строить, и мы там построили, школу построили, три сада построили. Вот это да, вот такой хороший толчок для жилищного строительства. Развивается микрорайон на Флотской, им строится дорожная сеть, очистные сооружения. А такие масштабные проекты, как дорога-дамба Брянск-1, Брянск-2 и строительство Славянского моста, дают новые возможности для развития областного центра. И самое важное, вот, там хорошая перспектива для дальнейшего жилищного строительства и расширения города Брянска. То есть красивый будет микрорайон, это первый Брянск, это второй Брянск, река Десна, дорога. Шестиполосная. У нас очень большая работа предстоит на следующий год по инфраструктурным бюджетным кредитам. То, что начали, это как бы вот эти первые ласточки пошли. Я думаю, надо эту работу усиленно продолжать. Что касается по дорогам, единственный вопрос, который я на сегодня как бы владею, потому что все равно какое-то дополнительное финансирование по дорогам будет выделено. Я думаю, надо просто заявиться на оставшуюся часть. Речь шла о восстановлении приграничных дорог, о выделении дополнительных средств. По словам замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Валерия Леонова, этот вопрос будет решен. Дмитрий Кузнецов, Екатерина Зодина, Александр Власов, Анатолий Чекрыгин. События, Брянск.